Всем привет. Вот смотрите, была купель в плитке. Соответственно, плитка лопнула, были протечки. Вот. Мы что сделали? Обварили купель пленкой ПВХ под мрамор. Теперь вот так вот смотрится. Это форсунка, это скиммер. Купелька небольшая, но прикольная. После парилки прыгнуть. Все, можно наливать воду и плавать. Конечно, здесь с освещением проблемы. Пленка кажется темная, вот. Но это вот благодаря освещению, то есть когда темно, то есть она темнит. Вот так вот. Там душ есть, может, душ? Все, всем спасибо за внимание. До свидания. Бассейн с полимерным покрытием из ПВХ – дань современности, эстетики и рачительный подход. Это тот случай, когда можно потратить в разы меньше, а получить личный VIP-бассейн. Компания «Кирпул» – это гарантия качества в строительстве бассейнов вашей мечты.